Я пришел к выводу, что язык можно выучить только с помощью некоторых... Да, неправильно я говорю. Я учил язык. Во-первых, я читал. Очень много читал. И во-вторых, я ходил в кино. Я не понимал поначалу вообще, что они там говорят. Но все-таки вот я ходил в кино каждый день. И были самые разные фильмы, советские, разумеется. Я просто слушал, как говорят. И постепенно стал понимать. Живая речь и чтение книг. Ну и, конечно, то, что мой папа, петербуржец, прекрасно говоривший, конечно, по-русски, так, как говорили когда-то, читал мне по-русски. Он мне читал Пушкина и Гоголя. И хочу вам сказать, что они остаются моими самыми любимыми русскими писателями. И думаю, что они гении примерно одного масштаба. Вот. Он мне читал стихи Пушкина, он очень любил. В особенности он любил «Медного всадника». Если хотите проиграть деньги, давайте на спор, прочитаю я его или нет. Но только на большую сумму. Вот. И Гоголя. Причем, конечно, первым он мне читал Тараса Бульбу, и я просто был совершенно захвачен этим рассказом вообще. Этих казаках. Ну, в общем, это любовная эта история. Я тебя породил, я тебя убью. Вообще, это поразительные совершенно вещи. И вот таким образом русский язык входил в меня.